Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья рассказать о волнующих их вопросах развития родного города или района в преддверии ежегодного отчета обращения главы региона, который состоится 28 января. Дорогие жители Подмосковья, в четверг я традиционно буду отчитываться и говорить о приоритетах развития Подмосковья на 2016 год. Обращаюсь к вам и прошу поучаствовать в подготовке. Расскажите о вопросах, которые вы считаете самыми главными для жизни вашего города, муниципального района, написал губернатор в социальной сети Instagram. «20 января состоялся первый в этом году отчет органов местного самоуправления перед населением. О своей работе, результатах социально-экономического развития территории за прошедший год и планах на текущий, собравшимся в зале Дома культуры жителям поселка совхоз имени Ленина, рассказала глава сельского поселения Елена Добренкова». Интернет-портал «Добродел» на территории Ленинского района начал работать в тестовом режиме с 1 июня, а 1 ноября обновленный и доработанный перешел на полнофункциональный формат. За это время на «Добродел» со своими проблемами обратилось 787 жителей муниципалитета, которые поставили такое же число вопросов и проблем. На сегодняшний день 541 обращение уже решено положительно. «24 января соперницами «Спартанок» в матче регулярного этапа премьер-лиги чемпионата России по баскетболу станут баскетболистки «Динамо» из города Курска. Начало игры в 18 часов. Вход бесплатный.